Так, ну что, подошел к концу мой эксперимент с аккумулятором. Вот, и как быстро он разряжается на машине. Получается, у нас сегодня 1 апреля. Эксперимент я начал 18 марта. Получается, поездил нормально на машине, поставил ее и вообще больше никак ее не трогал. Плюс еще UBD2 разъем, это диагностический брелок достал, чтобы он... Ну, он потому что он тоже потребляет, чтобы он никак не влиял. Ну, вот за 2 недели температура опускалась у нас и до нуля, и ниже нуля, и даже снег шел так нормально. В общем, погода странная была в конце марта. Вот. Ну, в принципе, это не важно, потому что на скорость саморазряда и вообще разряда этих аккумуляторов температура не влияет. Вот, сейчас у нас температура 14 градусов, то есть как раз как по табличкам сравнивать классно. Таблички для аккумуляторов приводятся для 15 градусов, чтобы по вольтажу определять их емкость. Так, ну, смотрим, получается, у нас 12,5. В общем, по табличкам это получается 80% заряда. То есть у нас вот 2 недели 20% съело. То есть месяц было бы 40, и считаем тогда полный, практически полный разряд. Это где-то 2 месяца простоя в таком режиме. Вот. Ну, на этом все.